Mucka Mucka Fall. Straight from the top of my dome. Приветствую вас в Минске! Если в первом видосе про Шкоды с 1.9 дизелем и Фиатом Купе вы видели, что это действительно реально быстрые машины, то сегодня у нас еще вторая порция автомобилей. На данный момент мы, к сожалению, уже ждем, когда дождь кончится, либо сейчас просто переедем немножко в другое место, там его нет, и мы будем катать быстрые ваги из прошлого видео против БЭХ. Начнем мы, естественно, с B58 на Stage 2 и будем заканчивать М-ками на Stage 2. То есть у нас будет B58 Stage 3, у нас будет M Stage 01, я не знаю, как это назвать, потому что это не сток, но и как бы не тюнинг толком. Ну и также будет M-ка на Stage 2. В общем, владельцы и BMW-шники в целом сами расскажут про свои авто, а нам остается смотреть и гадать, смогут ли Шкоды дать реально как бы нормальный бой на своих бедных 2 литрах. Это М5. На самом деле машина едет на Stage 1 в моем кастом файле. Обычно сейчас мы специально откатили в Stage 0 для заезда со Шкодой, чтобы было интересно. Теперь нужно пояснение, да, тем, кто мешает. 0, да, Stage 0. Stage 0 это не значит... Подожди. Да. Давай чтобы друг друга не перебивать. Stage 0 это не значит, что это стоковый автомобиль. Потому что стоковый автомобиль едет 7.8, да. 7.6. Ну, 7.4 по холодку. 100-200, 7.4 да. По холодку. Но так как у нас в любом случае удалены каты, да. Так как у нас стоит даунпайп, как у нас стоит впуск, она раз еще. Уже не может ехать, да. Как сток, да. Прошита коробка, тем более не может ехать. И плюс Stage 0 по факту там буст только стоковый, а углы и смесь, да, она вот. Более злая, да. И по факту в машине почти на 3 градуса угла больше, и средняя мощность Stage 0 это где-то 650-660 сил. Да, то есть, чтобы люди понимали, Stage 0 у нас идет не потому, что это... Типа сток файл, это вообще не сток файл, это типа Stage 0, это MHD, для того, чтобы когда вы поехали к бабушке в деревню, вы могли откатиться и немножко, не переживая за качество топлива, доехать. Да, ну по сути, да. И машина едет сейчас стабильно короче, из 7. Три заезда, которые мы сделали вдвоем, 6.9, 7.1 и 6.8. Ну, из 7 стабильно. Ну да, с 7 стабильно, по сути. Ну, там... Артур, Ваксвап, легендарная красная Шкода. С прошлого сезона было сделано куча всего. Работа над ошибками произведена, усилен мотор сейчас кованый, турбосистем Stage 2, DQ500 коробка, по-прежнему остался впрыск водометанола, насос в баке заменен на RS3, ну и в принципе все. Давай быстренько по вопросам. Да. У нас непосредственно надув какой сейчас? Надув 2,5 бара. 2,5 бара, турбосистем Stage 2. Stage 2, да. Впрыск мета и непосредственно мощность расчетная какая? 580 где-то сил должно быть. 580 где-то? Угу. Вот. Ну, про лучшие времена не буду спрашивать, иначе будет просто неинтересно смотреть заезды. Да. Я в этом сезоне решил перестать спрашивать времена, потому что, идея. Да, это убивает... Интерес. Да, убивает интерес банально. Вот, ну и, соответственно, у тебя сегодня полные читы. Читов полные штаны мы позже покажем. Да. Машина еще в стадии настройки, поэтому надо пользоваться читами, пока есть возможность. Ну да, то есть еще не донастроено, еще есть нюансики по коробке, потому что 500-ку свапнутую настроить сложно, я это знаю не понаслышке. И помимо этого, у нас еще нюанс какой? Конфиг не на все бабки на данный момент. Да, еще ждем другой насос в бак, попробуем более усиленный поставить, более мощный. И поправить отсечки, потому что сейчас отсечки где-то 6500, 6800. Это мало, да. Надо 7000 минимум, наверное, тебе. Даже да, 7200. 7100, 7200, потому что на 7000 начинаются откаты. Поэтому мы пока чуть-чуть загрубили софт, чтобы не на все деньги, так сказать. Не загрубили, а просто снизили. Ну, в смысле снизили, да. Зарезали немножко этот отсечки. Равняемся, BMW отстало, равняемся. Считаю. Раз, два, три. Едешь, блин, в кухню.
давай сейчас попробуем. Мне казалось, что мы вас чуть добирали на верхах после. Они не понимают, что мы бросаем, потому что понимаем, что они нас дальше обидут. Да, я тоже просто нажимал попал. Вот, вот это они правильно, вот это они правильно. Смотри, БМВшники честнее, чем ты. Нажимает, это просто пиздец. Я даже специально какой-то на камеру, блядь, скажу. Давай, сука, Кодин. Сука, конченый, блядь. Сосать! Сука! Сюда его нахуй. Вот теперь он раньше нажал. А между тем, я не теряю времени, я в Ибицу купил дополнительную камеру. Вы знаете, что я часто езжу один в заездах, и я не могу снять банально нормально заезд с соперником. Потому что обычно что? Ну, телефон, да, ты взял телефон, снимаешь на него, но так же не получится, мы им за рулем. У меня есть механическая коробка, у меня есть руль, мне нужно держать все эти вещи и наблюдать за дорогой, чтобы мои руки были свободны, но при этом заезд записался. А что же для этого сделать? А вы никогда не угадаете. Если вы вдруг не поняли, эти кадры были с видеорегистратора. В данном случае, если быть точнее, это комбо-устройство от компании X-Can Condor. А что это за устройство? Давайте я вам расскажу более подробно. Как вы понимаете, комбо — это значит, что там что-то вместе. И здесь не просто возможность установки двух камер, то есть одна будет смотреть вперед с очень хорошим углом обзора. Опять же, как вы видите, при движении все шикарно вообще видно. И, в принципе, вдруг что случится, угол обзора широкий. Также мы можем поставить дополнительную камеру назад и подключить ее к основному устройству, которое будет писать сразу на две камеры — и переднюю, и заднюю. Также это еще и у нас сигнатурный радар-детектор. Что такое сигнатурный радар-детектор? Это очень просто. У нас будет в нем и старый радар-детектор, который вот у нас стоял на панели с датчиком, который вот видел камеры и пищал, да? Вот эта штука здесь есть. И помимо этого также у нас есть база камер, которая полностью работает по GPS. Соответственно, это вот как, грубо говоря, вот вы едете с Яндекс.Навигатором, да, и смотрите, у вас, оп, там через столько-то метров камера. То же самое, но лучше. Почему лучше? Потому что база камер обновляется чаще, и она более полная, чем в Яндексе. Мы сами знаем, что Яндекс иногда что-то где-то приврет, и штрафик мы все-таки немножко домой привезем. Здесь же с Кондором это практически исключено. Ну почему практически? Потому что всегда есть человеческий фактор, когда вы можете просто чуть быстрее поехать, чем надо. А, помимо этого, у нас полностью... Все обновление устройства идет по Wi-Fi. То есть мы качаем приложение, берем наш телефон, iPhone, Android, без разницы, и спокойно подключаемся, обновляем базу камер, и помимо этого, если нам нужно вдруг скачать видео, как вы видели изначально в начале видос, я просто сделал это с телефона. Я подключился, спокойно с телефона все дело скачал и смонтировал уже себе видосик, который вы, в принципе, в дальнейшем посмотрели. Также мне очень понравилось крепление. То есть обычно вариация крепления у нас какая идет? Шарик. И к нему уже крепится крепеж, шарик шевелится, да, вроде бы ничего, но вот мне надо повернуть его. А я не могу, я затянул этот шарик. Если я начинаю через силу его поворачивать, рано или поздно у меня появляется люфт. Здесь такого нет, крепление более продумано, во-первых, несколько вариантов в коробке, это уже сами посмотрите. Но, смотри, что мы видим. То есть он поворачивается спокойно на 360 градусов, то есть вокруг своей оси, крутите как хотите. Помимо этого, конечно же, мы можем его также и наклонять. То есть подошел к нам человек, милиционер, кто угодно, и нам зачем-то нужно снять с ним разговор. Опа-на, все, его видно, все классно. Или как я делаю, я еду в заезде, меня, к примеру, обгоняет машина, я такой оп-оп-оп-оп, подставил. Или я начинаю обгонять машину, что очень удобно, я хоп, повернул. Потому что обычно как? Стоит у вас регистратор вперед и не шевелится. Вот вы едете в заезде с автомобилем, а он... не опережает вас, а, естественно, отстает. И вот такие, вот я обогнал Nissan GT-R. А не видно же. А было бы у вас это устройство,
Оп, повернули, все видно. Вот он рядом едет Nissan GT-R. Что очень даже хорошо и классно. Также по моему промокоду будет скидка. Мы заходим с вами на сайт XCAN. Ссылку я оставляю в описании. Промокод вы видите сейчас внизу. Минус 10%. Пожалуйста, без проблем. Промокод NEVERSTOP. Ну и, соответственно, вот честно, ни гвоздя, ни жезла. Удачи на дорогах. И дай бог, чтобы регистратор вам был нужен только, чтобы скачать какое-то прикольное видео или снять заезд. А вот радар-детектор уже, ну, непосредственно, чтобы уберечь ваши кошельки от штрафа. Она уже видео снималась, Stage 3 335, турбины 18T, метанол, стоковая коробка, стоковый мотор, жаба, мед, все по стандарту. Лайтовая карта сейчас 556 сил. Отличный соперник для нашей красной Шкоды. Поедем, да. У меня есть корешок Игорь, который боготворит такие машины. Да. И уже второй год бедолага не может все собрать. А я ему предлагал приехать собраться. Я ключ. Ему говорил, отвези пацанам, они сделают. Ну да, у нас таких много. А, и там еще проехал у нас двоечка, может отсюда будет видно. Это. Не, нам про двоечку уже не интересно, уже слишком много BMW в нашей, ну, жизни. Да. Тоже с 1300. Поэтому мы там уже заездами видео разбавили, уже хорошо. Все хорошо, уже ВАК проиграл, поэтому все нормально. Не парься. А когда не проигрывал? Может так завершить? Вот очень часто, но никогда приезжают B58 на Stage 3. Там сложно становится. Мы без метанола с дома не выходим, поэтому. Да я знаю, вы вообще пьяно вечно выходите. Давай устроим пати, всем алкоголя хватит. Будем бухать и снимать сучек трусики в кровати. Так, считаю. Раз, два, три. О, на третий нажал, ты прикинь, на третий нажал. Второй. Как это произошло, братан? Что с тобой случилось? Ты что, забыл? Ты забыл, что тебе все зрители разрешили ехать даже на ноль? Ну, с М5-ми ладно, я согласен. Ну ладно, нет, с М5-ми я согласен, но с этой честно поехал, молодец. Равняемся, равняемся. Оп. Считаю. Раз, два, три. О, опять на третий поехали. Чудеса какие-то. Ой, тормози, нормально, я держусь. Понял, что Шкода быстрее 6,5. Выровнялись, готовимся, считаю. Раз, два, три. Мы позже нажали. Ха-ха, прикинь, такое бывает. Ну что ж, ребятки, вот так мы заехали с 335 бензин. Там стоит два гибрида. Метанол, жаба, все по максимуму. Блин, машина едет крайне стабильно и крайне хорошо. В принципе, Шкода показывает также замечательные результаты. Но, как вы видели, там соперников очень много, и они сильно быстрее, чем 335-я старая E92. Это у нас идет, так как 4 двери. Или это E90 ровно? Я запутался. По-моему, это E92. В принципе, в аббревиатурах BMW силен я никогда не был. Оба-на. Оба-на. Кстати, музыку включить? Оба-на, музыку не надо. Что вы это делаете? Вы готовитесь к заезду с недостоковой М5? Ну, просто она не стоковая, поэтому да говорю недостоковая. Да их нету нестоковая, да, они все, блин. Не, бывают стоковые, но не сегодня, к сожалению. И то спасибо ребятам, вот, кстати. Вот спасибо ребятам, что они хотя бы откатились на сток-карту МХД и приехали на этом. Они ездят сейчас на Stage 1 или 2. Поэтому, на самом деле, чтобы вы понимали, на таких машинах, типа вот 1.9 дизеля, типа той же Шкоды, крайне сложно заехать со стоком 5, потому что они в целом, владельцы знают, что да, они могут проиграть, они не ездят. А тут вот ребята выезжают, за это им просто отдельное спасибо. Реально сложно иногда уговорить, здесь даже уговаривать не приходится. Поэтому Минску в очередной раз вот прям респект, молодцы. А у нас заезд, BMW M5, Stage не до ноль. И Роман на своем божественном... Сирока, старом. Спидометр не работает. Тахометр работает? Ну, хоть тахометр работает. Вот. И у нас 1.9 дизель с закисью. Видимо, она какая-то выносная. О, смотри, она освещенная даже. Фу. Должны хорошо поехать закисью. Это тут просто в кадре почти крестик Торетто и этот манометр. На дизель лучше не отставать. Считаю. Раз, два, три.
скорость со 100 км в час. Даем Серёге возможность зацепиться. Господа, считаю. Раз, два, три. Мы решили еще раз не заезжать. Почему? Казалось бы, прям надо, но при скорости 250 плюс в нашем количестве надува и закиси что-то случилось. Мы слышим какой-то цокот. То есть это как будто либо клапан, либо что-то с форсункой. И дабы как бы не доломать, мы приняли решение еще раз не гоняться. Вот, соответственно, Роман в течение недели выяснит, в чем было дело, приложит мне фото, вы его прямо сейчас увидите. Потому что видос я буду монтировать явно попозже. И мы уже четко будем знать, что сломалось, что вышло из строя. И даже будем знать, наверное, почему. Правильно я все говорю? Да, все четко. Ну и отлично. Все сделаем, будем дальше добавить. Не, я думаю, да, все будет нормально. Но ты ездишь на ней прям на все бабки однозначно. Ну, у меня попроще настроечка. Я не понимаю проездов этих там со 100 до 150. Вот эти, не, подожди. Одну передачу. Я тоже еду 250 смело, да, на Ибице. Да, да. Просто, ну... Типа турбосистемс говорит, братаны, дуйте 3,5. Я такой, ну ладно, 3,6, мы вас чуть-чуть не послушаемся, но пока хватит. А ты такой, так, 4, не рыгает, давай 4,2. 4,2, отлично. Да, турбосистемс, вот. Привет. Да, и закись еще у тебя там больше, чем у меня прям. Так, у нас есть предварительные данные. И закись мы мою травим, остатки. Вкладыши. Ну, скорее всего, потому что... Механик говорит вкладыши. Блядь, 300, блядь. Но это много. Нет, 250 надо бросать без вариантов. Так мы же должны объехать М5, блядь. Так мы нормально 250 там дали, или да, нет? Да, блядь, работать человеку, блядь, теперь часа полтора-два надо будет ебаться в гараже. Ну, скинете потом, расскажете, в чем дело было, да, обязательно. Все. Так, давай прям быстренько про конфиг. У тебя нестандартный конфиг. Ну, свап 4.0 мотора, это RS6, Stage 2, водянка сток стоит. Топливная другая чуть, ну, чтобы просто было больше топлива. С 80. С 80? Да. DSG сток, на сток сцеплениях, на всем сток. Я понял. Короче, раз по факту свап RS6 с немножко добавленным топливом. И едем мы с двоечком B58 Stage 3. Так, выравниваемся, и я считаю. Окно закрой. Считаю. Раз, два, три. Хорошо, хорошо. Ой-ой-ой, ДСГ у тебя что-то херней страдает. Раньше переключайся. Так, считаю. Раз, два, три. Хорошо, кстати, она с четырех у тебя едет. Тысяч. О, он уезжает, ни хрена себе. Вот это я сейчас не ждал. Не ждал. А как же объем возьмет верхами? Это у нас что там так ушуршало? Это обшивка на днище. Ну что ж, ребята, блин, двоечка удивила. Едет-то достойно, но я так понял, она немножко на спирту у нас, скорее всего, но это не точно. А машина на спирту или нет? Вот, едет прям. Так дальше сколько мы ехали? Метаном плюс бенз, это у нас хорошо. Вот, 260, и мы его не догоняем, это офигеть. Ну, конечно, да, у нас жарко, у нас водянка стоковая. Была бы тут воздушка, воздух-воздух. На второй машине воздух стоит. Почти минус секунда было бы, смело. У нас вторая машина S4 на ZF-е, 4.65, 100-200 на товарном бензине. 4.65? Без спирта, без ничего. Да, это сурово. Так, господа, готовы? Я сейчас считаю. Раз, два, три. А что, пищит? Да, хорош. Был
BMW нас объехала, жалко, как говорится, за лак, но, в принципе, блин, мы все знаем, что современные B58 реально едут жестко. S58 едут в космос, M-ки тоже едут очень хорошо. И, да, старому ВАГу конкурировать тяжело, потому что старая все-таки машина, и мотор не такой прямо новый. Но, в любом случае, заезды, я считаю, вполне себе достойные. Я только что ездил на нормальных машинах. У них есть сиденье. Сиденье в них есть. Ну сделай какую-нибудь конструкцию на 2 килограмма. Поставь. Подожди секунду. Есть ковш? 6 килограмм или 4. Да. Ты богатый парень. Вот поставь его вот тут рядом. Он неудобный. Самый бедный. Видишь, машина. Но он лучше. Он лучше, чем вот это вот будет. Ну как опять? Ну опять привязываться тут, блин. А, мы едем с BMW 240 купе, старый кузов, забыл какой он, F какой-то, наверное. Вот, и суть в том, что у нас точно медленнее машина. Мы это прямо осознаем и понимаем, но ребята очень хотят заехать, поэтому давайте попробуем. Может сейчас Артурич что-то начетырит, и у него все получится, да? Считаю. Раз, два, три. Поиздеваться надо. Я хочу поиздеваться. БМВшники сказали, что ты кричал в чате, что ты всех порвешь. Не, я вот в этом плане... Не было такого? Не. Вот стопудово они сейчас это видео будут раскидывать по пускай всем. Пускай скриншоты сбросят. Он так говорил, он говорил. Пруфы, пруфы давайте. Давайте пруфы. Короче, он сказал сегодня, если проиграет, то он разрешает его в чатах разнести просто. Можно, так да. Что все, понеслась, пацаны, я создал. Разрывайте личку. Не, личка неинтересна, надо в общих чатах сразу. В общих? Я просто не знаю, что вы там писали, я ж не в курсе. Не, это больше Игорь, наверное, там зарубался. Игорь? Да. А Игорь первый звонил. Да. Но ему реально по делам надо было. Ну, очевидно, конечно. Не, слушай, я тебе скажу так. Первое, обе Шкоды едут достойно, вот от меня. Респект. При том, что они настроены как бы не мной, и там где-то даже я имею те же вопросы к тем же DME. По крайней мере, раньше у меня точно их было больше, сейчас что-то меньше стало, потому что, ну... Стабильная машина. Вот. А, но вопрос в чем? Твоя едет? Едет. Времена хорошие, хорошие. Недонастроена, недонастроена. Та тоже едет приятно. Он сегодня померился, я знаю время его, да. То есть тоже хорошо поехал. Игорь, да? Да, лучше, чем раньше. Угу. Но при этом тоже недонастроена, еще и без метанола. Тоже достойно. Да. Но, блин, 3 литра. Ну что вы с ними сделаете? Ну это 2 литра стоит, ладно. Но вообще-то 3 литра. Не, ну B58 удачный мотор, да. Вот, смотри, человек стоит. Вот представь, тебе 2.1.9 ТДА под капот. Да это ж капец. Да? Какие там BMW? Вообще, о чем речь? Да и так. В общем, еще поднастроим, попробуем попытать удачу. Ну, там от синей и от белой ты не сильно отстаешь так-то. Шансы-то есть. Ну, маленькие, но есть, да. Но ты, если скинешь еще секунды пол 0.6, шансы будут. Я что думал, ты не пойдешь на такие риски, не будешь со мной кататься, поэтому сиденье достал. А, то есть я потом 0.5-0.6 тебе дал? Я не такой жирный, как ты думаешь. 0.2 хотя бы каких-нибудь. 0.2-0.3 дал. Не, ну ты еще в одного ездить хотел? Ну а как? На второй сигнал? Не, подожди, он сегодня на первый полдня катался. Ну ты вообще даешь. А на этом наш видео из багажника заканчивается. В принципе, покатались хорошо, классно. Минск радует, Артур радует. Сказал, в следующий раз купит мне личную сидушку. У меня она все-таки появится. Я смогу сидеть не вот так вот, держась за ремни. А, вот. Ну, собственно, ничего нового не произошло. 3 литра Stage 3 оказались без вариантов быстрее, чем 2-литровая машина. На меньшую мощность. Ты ж не забывай, на сколько сил? 500 с небольшим? 560? 560, но там явно за 600, как бы, поэтому в целом ничего сверхъестественного. Ну и опять же, трешечка все-таки едет, конечно, без вариантов хорошо.
короче. Сейчас заезд 60. Все. Корпус приведен.